Доброго времени суток! Это 10-й выпуск мини-шоу «Битва операторов». Наступил 2019 год. Некоторые операторы изменили расценки на своих тарифах, что вызвало недовольство среди огромного количества абонентов, которые пожелали перейти к другому оператору, хотя это в большинстве случаев не особо-то и оправдано. В данном выпуске сравним тарифы без абонентской платы у 5 популярных операторов России на примере Москвы и области. МТС Red Energy, Билайн 0 сомнений, Мегафон переходи на 0, Теле2 интернет для устройств. Если вы не знаете, почему я выбрал от Теле2 именно этот тарифный план, ознакомьтесь с видео про тариф интернет для устройств, ссылка в подсказке в правом верхнем углу. Йота все по нулям. И это не название тарифа, просто все по нулям. Критерии, по которым будет производиться оценка, а также максимальный балл. Звонки на местные номера внутри сети – 10 баллов. Звонки на местные номера других операторов – 10 баллов. Звонки в другие регионы – 5 баллов. Сообщения – 5 баллов. Мобильный интернет – 2 балла. Внутрисетевой роуминг – 5 баллов. Платные услуги – 5 баллов. Тарифы на официальном сайте компании – 3 балла. Всего 45 баллов. Звонки на местные номера внутри сети – Red Energy – 1 рубль 60 копеек за минуту. 0 сомнений – 1 рубль 93 копейки за минуту. Да, у Билайна с 10 января 2019 года все достаточно корявенько в плане сумм. Переходи на 0 – безлимитно местные номера Мегафона за 6 рублей, которые активируются при первом тарифицируемом вызове в сутки. Говорить можно хоть до конца суток, но если не хочется, все равно плати 6 рублей, хоть за 1 минуту. Интернет для устройств – 1 рубль 80 копеек за минуту. Йота – 2 рубля 90 копеек за минуту. Оценки – максимальный балл 10. МТС однозначно получает 10 баллов. Теле2 чуть дороже – 8 баллов. Билайн еще чуть дороже – 6 баллов. За безлимит спасибо, но и за 1 минуту 6 рублей платить неохота. 4 балла у Мегафона. Йота 3 балла. Звонки на местные номера других операторов. Red Energy 1 рубль 60 копеек за минуту. 0 сомнений 2 рубля 68 копеек за минуту. Переходи на 0 2 рубля за минуту. Интернет для устройств 1 рубль 80 копеек за минуту. Йота 2 рубля 90 копеек за минуту. Оценки – максимальный балл 10, и МТС вновь получает 10 баллов. Теле2 получает 8 баллов. Мегафон – 6 баллов, Билайн – 4 балла и Йота – 3 балла. МТС заслуженно выбился в лидеры, второй Теле2. У Билайна и Мегафона все немного хуже, а Йота, пожалуй, хороша лишь в пакетных тарифах. Звонки в другие регионы. Red Energy – 5 рублей за минуту на номера МТС, 8 рублей за минуту на номера других операторов. 0 сомнений – 5 рублей 35 копеек за минуту на номера Билайн, 12 рублей 84 копейки за минуту на номера других операторов. Переходи на 0 – 5 рублей за минуту на номера Мегафона, 12 рублей 50 копеек за минуту на номера других операторов. Интернет для устройств. 2 рубля за минуту на номера любых операторов. Йота. 2 рубля 90 копеек за минуту на номера Йота. 3 рубля 50 копеек за минуту на номера других операторов. Оценки. Максимальный балл 5. И его получает Теле2 с очень выгодными расценками. Йота получает 4 балла. МТС 3 балла. Мегафон 2 балла. А Билайн 1,5 балла. Сообщение. Red Energy – 1 рубль 90 копеек на номера домашнего региона и 3 рубля 80 копеек на номера других регионов. 0 сомнений – 1 рубль 61 копейка на номера домашнего региона и 5 рублей 34 копейки на номера других регионов. Переходи на 0 – 2 рубля на номера домашнего региона и 3 рубля 90 копеек на номера других регионов. Интернет для устройств. 1 рубль 80 копеек на номера домашнего региона и 2 рубля 50 копеек на номера других регионов. Йота – 2 рубля 50 копеек на номера других регионов.
Оценки. Максимальный балл 5. Наиболее интересные условия у Теле 2 – 5 баллов. У МТС, Билайна, Мегафона и Йоты в среднем все примерно одинаково – по 4 балла. Мобильный интернет. Red Energy – 20 мегабайт за 25 рублей в рамках опции «Базовая тарификация интернета». Это с учетом отключенной опции «Первый интернет-пакет». 0 сомнений – 1 мегабайт за 10 рублей 95 копеек. И это с учетом отключенного пакета интернета 1,5 гигабайта. Переходи на 0, 100 мегабайт за 25 рублей. Интернет для устройств 1 мегабайт за 1 рубль 80 копеек с условиями отключенной опции 15 гигабайт. Йота. Мобильный интернет без пакета не предоставляется. Оценки. Максимальный балл 2. Так как на тарифах без абонентской платы мобильный интернет услуга не самая востребованная. Йота сразу же получает 0 баллов за необходимость подключения пакета с абонентской платой. У Мегафона хороший пакет за приемлемые деньги, а у Теле 2 хорошие расценки за 1 мегабайт по 2 балла. МТС получает 1,5 балла. Билайн – пол балла за древние неоправданно высокие расценки. Внутрисетевой роуминг. Red Energy – условия практически как дома. Звонки в регионы, отличные от региона пребывания, 5,5 рублей за минуту. 0 сомнений, расценки на исходящие вызовы такие же, как и в домашнем регионе. Переходи на 0, все условия как дома. Интернет для устройств, СМС и интернет как дома. В поездках по России указаны исходящие вызовы именно на номера домашнего региона. Даже если и так, то между 1 рублем 80 копейками и 2 рублями разница не очень большая. Йота. Все входящие вызовы 3,5 рубля за минуту. И этим все сказано. Оценки. Максимальный балл 5. Йота сразу же получает 0 баллов за платные входящие вызовы в поездках по России. У Мегафона все отлично. 5 баллов. МТС, Билайн и Теле 2 получают по 4 балла. Надеюсь, что со вступлением в силу закона об отмене внутрисетевого роуминга набор параметров тарифа для поездок по России изучать не придется, или хотя бы операторы наведут порядок в описании тарифов. Платные услуги. Ну вот мы добрались до самого лакомого кусочка в сегодняшнем сравнении. Поехали! Red Energy. Вам звонили 1 рубль 20 копеек в сутки. Первый интернет-пакет 12 рублей в сутки. Автоматически активируется при израсходовании более 3 мегабайт интернет-трафика. Пакет SMS Smart 5 рублей в сутки. Первые 15 суток бесплатно, а если в течение них было отправлено менее 3 смс, то услуга автоматически отключается. 0 сомнений, будь в курсе плюс. 1 рубль 70 копеек в сутки. Пакет 100 смс в день, 3 рубля и 5 копеек в сутки. Активируется при отправке 3 смс за 1 календарный месяц. Пакет интернета 1,5 гигабайта, 254 рубля 23 копейки в месяц. Активируется при расходовании 1 мегабайта мобильного интернета. Переходи на 0. Кто звонил? 1 рубль 60 копеек в сутки. Замени гудок. 3 рубля в сутки. Первые 7 дней бесплатно. Переходи на 0 плюс. 6 рублей в сутки. Интернет для устройств. 15 гигабайт за 400 рублей в месяц. Если при переходе на тариф на балансе менее 400 рублей, то деньги списаны не будут, а услугу можно сразу же отключить. Йота. Платных услуг нет. Оценки. МТС, Билайн и Мегафон сразу же получают 0 баллов на всю компанию любителей абонентской платы на тарифах без абонентской платы. Йота получает 5 баллов. С Теле 2 вопрос спорный. С одной стороны, название тарифа намекает на мобильный интернет, а с другой ползунок стоит в режиме «выключено», а в услугах, включенных в тарифный план, ничего не сказано про 15 гигабайт. Информация об услуге находится в другом месте – стоимость интернета, поэтому 2 балла. Тарифы на официальном сайте. МТС. Тарифы и услуги. Тарифы. Тарифы для звонков. И вот он, Red Energy. Билайн. Тарифы. Мобильная связь и интернет. Листаем вниз, листаем, листаем. Листаем. Показать все тарифы. Появляется еще два тарифа, 0 сомнений и посекундный. Ну, никак они не вписывались без выноса за кнопку. Мегафон, тарифы, другие тарифы.
переходи на 0 с безлимитными звонками на местные номера Мегафона за 6 рублей, между прочим, и без абонентской платы. Теле 2. Мобильная связь, тарифы. Интернет для устройств. У Теле 2 все хорошо, если бы не название тарифа. Да, он предназначен для модемов и планшетов, но условия-то лучше, чем у тарифа классический. Йота. Смартфон. Листаем вниз, выбираем нужное количество минут и интернета, то есть все убираем. Готово. Йота получает 5 баллов. МТС 4,5 балла. У них все хорошо. Мегафон и Теле 2 по 3 балла. Билайн 2 балла. Время подведения итогов. Red Energy от МТС и интернет для устройств получили по 37 баллов из 45 возможных. Остальные тарифы набрали намного меньше баллов. Переходи на 0 от Мегафона 26, Йота 24, 0 сомнений 22. Напомню, что это всего лишь мое мнение. Основная задача мини-шоу «Битва операторов» – показать параметры тарифов и сравнить условия у разных операторов. А выбор вы всегда можете сделать для себя сами. На этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.